Всем привет! Продолжаем проходить Mercedes-Benz World Racing. Сегодня у нас событие под названием «Новая прогулка». Пройдет она в тестовом центре, 7-я конфигурация, на автомобиле E55 AMG Test Car. Надо будет проехать 5 кругов, что в совокупности будет 17 с лишним километров по солнечной и сухой трассе. Трек у нас будет выглядеть вот так. Довольно, кстати, большой автомобиль будет выглядеть вот так. Ну, стандартный лупатый, короче. Можно посмотреть тех данные его, если они здесь будут. Это получается E-класс, E55 AMG, или у нас, вот может такой, 354 силы, 250, а есть вот такое у нас, 476, непонятно какой у нас E-класс, ну ладно, погнали. Так, 2 на 2 играем. Против какой-то штуковины. Что это за Мерседес, я не знаю. Так, ну у нас вроде, кстати, полноприводный. Мерим. Сейчас мы попробуем надрать задницу ему. Но у нас длинная конфигурация. Так что мест для ошибок будет до хрена. И при этом еще и 5 кругов. Вот это Ешка едет, а не 240-й, блядь, вообще. Который еле ехал. Блин. Я его зачем-то вперед пустил. Надо догонять. Да, контактно. Ничего страшного. Это, кстати, по-моему, лупатый в рестайлинге. Если я не изменяет память. То фары другие. Фонари, точнее. А тут не знаю, как отличается. Один дворник. Прикольно. Прям Макларен какой-то. Ой-ой-ой. Хочет меня обогнать. Твою мать. Давай, АМГ. Но он меня потихонечку догоняет. У него маленько... Ну, незначительно, но мы примерно одинаковые. Но у него, видимо, на долю секунды лучше ускорение идет. В любом случае, все Мерседесы мы потом затестим на ускорение. Когда пройдем игру.
Ой. Ну ладно. Не вписался в поворот. Кстати, интересно посмотреть, скольки спидометр? 260 спидометр у нас. Вроде как 250 ограничитель стоит. Догоняет наш этот товарищ. Он не отстает. На хвосте висит и висит. И хрен куда денешь. Бля. Надо не обосраться только на последнем так круге. Да, ну баржа такая против кабрика маленького. АБС-а нет, колеса блокируются. Так, все, последний круг на зачет. Не обосраться. Держим кулачки. Так, вот здесь я обсираюсь, как правило. Довольно крутой поворот. Под 90. Даже больше, наверное, да. Просто он такой плавненький. Можно сказать, почти шпилька. И финишная прямая, мы первые. Готово. Так, у нас лидерство... Это как? А, блядь. Лидерство по времени. Это надо большее время, чтоб... Типа я был? Хуета какая-то. Так, пойдет. Надеюсь, да. Ну а следующая миссия у нас будет под названием «Крепкие парни». Уф. В тестовом центре также будет W154. Даже не знаю, что это за тачка. Честно, не знаю. 4 круга, 14 километров. Я, ну, думаю, та же самая плюс-минус трасса. Вот, но будет уже, однако, в следующем видосе. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить комментарии. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока!